Дорогие друзья, совсем скоро новый 2009 год войдет в наши дома. Хочу без долгих вступлений поздравить всех вас с самым любимым праздником. Праздником, когда все мы вспоминаем прошедший год, в котором, конечно же, было всякое. Счастье и разочарование, радости и потери. У каждого из нас они свои, и мы будем помнить о них. А из наших судеб, поступков и чувств складывается жизнь нашей великой, огромной страны, России. Мы вместе уже не раз доказывали, что способны на многое, что умеем побеждать. И в этом году наша Родина прошла через драматические испытания. Прошла уверенно и достойно. Благодаря вам, ее гражданам. Убежден, что какие бы трудности ни ждали нас в будущем, мы сможем с ними справиться. И государство сделает для этого все необходимое. Через несколько мгновений изменятся цифры на календаре. Но неизменными останутся ценности, которые являются нашей опорой во все времена. Это любовь к своим близким, дружба и верность, участие и милосердие. Они придают нам силы в любой ситуации, помогают не только преодолевать сложности, но и подниматься на новую высоту. В эти минуты я хочу обратиться к нашим родителям, поблагодарить за заботу и понимание, пожелать прежде всего здоровья. Вы нам очень нужны, очень дороги. Хочу поздравить с праздником наших детей. Мы сделаем все, чтобы вы были счастливы. Но надо помнить, что многое зависит от вас самих. Дорогие друзья, пора встречать Новый год. Давайте поздравим своих близких, самых дорогих для нас людей. Где бы мы ни встречали этот праздник, дома, в компании друзей, или даже на работе, сейчас мы все думаем о своих родных. Новогодняя ночь – это время надежд. Я желаю каждому из нас мира, любви, исполнения желаний. Будьте счастливы! С новым 2009 годом!